Как звал тебя? Нормально. Ничего не знаете, да? Что как? Очень. Ну, с нашей стороны я скажу, что новостей вообще никаких хороших нет. Говорю, заебись, Вовка, да, отправил вас на учение? Ага, ну все в ахуе. Мне кажется, кто придет, все просто будут уходить с армии. Да, 21 век, мирное время. А мы просто живем одними новостями, блядь. Знаешь, я вообще ничего не поняла. А у нас вот это вот русский стандарт, какая карта? Виза? Виза или мастер-карт, что-то из этого. Ну, короче, я сейчас хотела расплатиться в магазине, мне говорят, что превышен лимит, короче, вы не можете пользоваться этой картой. Я нихера не поехала, не поняла, думаю, в смысле, я что, истратила все деньги? Пошла в банк, там еще 40 тысяч, думаю, как так, что за херня? Я не могу расплачивать. Помнишь, такая хуйня была, то, что это временная, блядь, работа там была, и не могли расплатиться, хотя деньги там были. А, ну потом все восстановилось же, да? Да.